В Орле состоялось официальное открытие клуба «Архдиалог ЦФО России». Благодаря деятельности клуба у дизайнеров появится возможность посещать мастер-классы, видеть и общаться с владельцами дизайн-студий и ведущими дизайнерами из других регионов. Более 100 представителей дизайн-сообществ из Орла, Москвы, Брянска, Курска и Белгорода приняли участие в серии мастер-классов по таким значимым темам. Как привлекать клиентов во время кризиса, пиар и продвижение дизайнеров. Сегодня мы привезли Станислава Орехова, руководитель самой крупной онлайн-школы дизайна, Катю Степанову, которая когда-то работала, успешно работала в Брянске, сейчас она очень известный дизайнер в Москве. Я думаю, что таких экспертов, таких известных дизайнеров и профессионалов в своем роде мы будем привозить, раз в месяц точно. Дизайнеры, профессия достаточно такая обособленная, мало встречаемся, мало общаемся, мало обмениваемся опытом, а как раз вот здесь вот это мероприятие, оно помогает восполнить вот такой дефицит общения. В любой стадии развития всегда можно найти для себя что-то новое, пообщаться с коллегами. Главной задачей клуба «Архдиалог» в ЦФО России является помощь дизайнерам в создании, развитии и ведении своего бизнеса. В клубе находят партнеров, клиентов и поставщиков, начинают новые совместные проекты. Здесь можно найти инвестиции и новые идеи для бизнеса. Дизайнерам необходимо взаимодействовать с подрядчиками, дизайнерам необходимо взаимодействовать с прессой, застройщиками. Им важно развиваться самостоятельно, им важно приезжать в столицу на какие-то мероприятия. И достаточно тяжело, когда у тебя нет информации, да, в твоем регионе, в твоем городе. Теперь эта информация будет, теперь мероприятия будут проходить на базе «Архдиалог ЦФО» чаще. Клуб будет работать на постоянной основе в Орле, Брянске, Белгороде и Курске. Здесь будут проводиться творческие встречи, обучение, уникальные деловые мероприятия. У нас очень много талантливых дизайнеров, но им нужна помощь и поддержка, чтобы они четко понимали, что делают. Теперь для всех тех, кто привык находить нестандартные решения и создавать что-то новое, будет больше возможности повысить свой профессиональный уровень. Все это благодаря открытию в Орле клуба дизайнеров «Архдиалог ЦФО России». Анна Васильгисер и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».